Открылась экологическая тропа протяженностью 772 метра, и это результат 3 месяцев стараний. Возле зоопарка в Чижовке теперь можно будет прогуляться рядом с объектами, имеющие природоохранную и эстетическую ценность. Например, здесь живут ужи, редкие виды птиц и растения, занесенные в Красную книгу Беларуси. Тут можно найти 5 обзорных площадок с информационными стендами и местами для отдыха. Открытие тропы приурочено ко дню охраны окружающей среды. Громче, аплодисменты, громче! Давайте вместе беречь, сохранять, приумножать. Ну а так вообще, если мы говорим о планах, то с Комитетом природных ресурсов у нас уже предварительная договоренность достигнута развивать и дальше эту территорию. На торжественном открытии для гостей организовали настоящий праздник, различные игры, загадки. А заместитель председателя Мингорсполкома Виктор Лаптев и глава администрации заводского района Александр Дорохович даже сложили мозаику с достопримечательностью заводского района. Когда заходишь на эту тропу, кажется, что ты выехал куда-то за территорию Минска. Да? Чтобы не воспитать наших детей детьми асфальта, чтобы они отличали ужа от гадюки, чтобы знали, как поют птицы, и отличали их по звуку. Безусловно, такие тропы нужны и общение с живой природой. Тропы обустраиваются не только за счет бюджетных средств. В этом благом деле активно участвуют представители бизнеса, общественных и международных организаций. Экотропа рядом с зоопарком уже 8-я в Минске. До конца года зеленые маршруты должны появиться в Октябрьском, Партизанском, Первомайском и Центральном районах.